А здесь вы что делаете с этой машиной? С этой? Это мой самокатик. Я его приобрел для езды по городу. По городу, по лесу. Покайфовать, поотдыхать. Угу. Вот, классная сколько тема, такое, такая машина стоит? Она просто огромная прям. Такая машина, я брал ее за 140 тысяч рублей. Это еще по старым ценам. Сейчас сколько стоит, я не знаю. Всем владельцам четырок отойти лучше от экрана сейчас. Тут самокат по вашей цене. Самокат, кстати, достаточно очень опасен. Травма опасен. Сколько он разгоняется? Разгоняется где-то до 100 км в час. Точно четырка. Поэтому лучше его... Детям не покупать такой. Детям точно не надо покупать.